Нина Ивановна Веривская. Родилась 8 декабря 1928 года. Жительница блокадного Ленинграда. В 1942 году была эвакуирована на Кубань. Член Совета ветеранов Северского района. Проживает в поселке Черноморском с любящими родными. Уважаемая Нина Ивановна, разрешите поздравить вас от всей души с Днем Великой Победы. Хочется пожелать вам крепкого здоровья и благополучия, счастья и долголетия. Низкий поклон вам, победители! Вы мирное небо для нас сохранили, пройдя этот хаос жестокий. Мы подвиг ваш помним и в сердце храним, и вам в этот день пожелаем здоровья и счастья на долгие дни. С победой вас, солнечным маем!